Мы на канале Пеники. Угадайте, кто это? Кто у нас сегодня в гостях? И Маршал! Ура! Наконец-то у нас появился Маршал. У нас есть Зума, Скай, Крепыш, Гонщик Чейз, но у нас не было Маршала. И теперь он, наконец-таки... И Рокки у нас нет. И Рокки нет, мы будем его ждать. Наконец-таки Маршал займет свое место. Давай посмотрим, что там за супермашинка у Маршала. Тогда там видео открытое. Да ты что? Давай, открывай. Мне нужно нож. Нож? Но. Нож? Нет. Сейчас я тебе принесу ножницу. Держи. А я не порезать? Нет, если аккуратно. Давай я помогу тебе, скажу, где разрезать. Так, Маршал готов. Он свободен. Осталось вытащить машинку. Да, я посмотрю. Ты сама, я просто посмотрю, если где-то надо отрезать. А, нет, там надо откручивать. Все нормально. Тащи машинку. О, она даже закрывается и закрывается. Попробуй вот здесь. Что там? Ты уже играешь. У тебя уже там все открывается и закрывается. Конечно. Давай, тяни. Ой-ой-ой. Ну, какая коробка сильная. Ты ее порвешь? Ну, окей. Давай, вытаскивай. Нужно освободить машинку Маршала. Мы это сделаем! Давай, 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 давай! Все ребята за тебя болеют. Закручено! Закручено. Теперь надо открутить. Покажи ребятам, что ты там откручиваешь. Дай-ка я. Тихо. О, не надо откручивать. Не надо, так отвалилось. Машина освободилась. Надеюсь, она не сломалась? Нет. Давай, проверяй. Покажи, что там есть в машинке. Как она управляется? Открываются двери? Ой. О-о. Маршал упал. Ой, я думала, это замочек. Вот такие двери. Открываются, закрываются. Ой, я знала. А давай Маршал покатает там Крепыша. Он сможет Крепыша покатать? Нет, не сможет. Что же будет катать Маршал? О, вот так! Вот так он поместится. О, Крепыш поместился? А давай мы туда поместим конфетки. Тарам-парам. Сколько коробок увезет Маршал? Ой, Маршал влез. Сколько коробок ты сможешь поместить в машинку Маршала, столько коробочек будут твои, и ты сможешь их скушать. Давай. Он везет Крепыша. У него болит лапка. Он катался на горке. Ой, ты какой маленький. Он катался на горке. А, ты... он задавил Скай. Аккуратней. Не-не-не. Если он упадет, то вертолет больше не будет летать. У Маршала нет парковочного места? Что же делать? О, вот мое место. Он разместился и паркуется. Победа за Маршалом. У нас уже четверо из команды. Ники, такая довольная. Ну что, нужно загрузить конфетки? Да. Да. Зумы. У Зумы, у Скай есть конфетки. У Маршала Крепыша и Гонщика Чейза. Но дело в том, что если Гонщику Чейза, мы еще можем загрузить одну конфетку. Так, Гонщик Чейз свою конфету возьмет. Это Крепыша, да, а это Гонщик. Но Крепыш помогает загрузить Чейза. Хорошо, кто будет грузить Маршала? Нужно загрузить Маршала. Открываем двери.
И грудям. Ты сама, даже не крепыш, ты такая сильная. Вот так, покажи ребятам, как ты грузишь. Давай, 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 давай. Тихо, эти конфеты. Ники, загружай вторую конфетку, давай. У меня будет, это Узума будет конфета. Узума, ну Узуму некуда грузить. Маршал выпал. Но он спас себя сам, он же спасатель. А еще конфетка лезет. Гав, гав. Гав, гав. Сколько конфет влезет к Маршалу, как ты думаешь? Только одна. Только одна? Тогда закрываем двери. Тик, тик. Тик, тик. Ау! Ну уж этот Маршал. Би-би-би. Давай покажем ребятам машинку. Вот такая у нас машинка. Открываются двери сзади. И там у нас... секрет. И там у нас секрет. Какая у тебя команда? У тебя теперь все почти в сборе. 5 штук. Осталось совсем чуть-чуть. Подпишись на наш канал и поставь лайки. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки. Пока-пока. Я буду играться с краской. Да, пока-пока.